Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня, как обычно, трешачок и сольем пару лямов. Правда, не самоцветов, а кулаков на прокачку еще некоторых героев. Вот такие вот плюхи. Это плюхи, по сути, за большой пак на русском сервере. 2000 апекс камней. Как видите, кучу разных плюх, кучу новых яиц дают. 800 питомцев новых. Это один пак на русском сервере. Это, конечно, смешно на это смотреть. Но это реальность. Так, окей, давайте пооткрываем плюхи. Чтобы не засорять алтарь. У меня еще и эти сундучки есть, отлично. Я уже думал, все так печально будет. Сейчас посмотрим, сколько мы прокачаем на второго героя. Сколько у нас уйдет самиков. Ну, у меня было там около 50 миллионов кулаков. Я уже много получил, много слил. Ну, все равно, по сути, некуда девать. Так, это я не могу открывать. Четвертый тоже. Так, что отсюда у нас? Отсюда у нас скины, отлично. Надо, кстати, рипера скин доделать. О, отлично, Анубиса. Десяточку дособирал. Ну, а тут... Очень-очень, как видите, неплохо падают эмблемки новые. Такс, поехали. Качнем немножко силушку. Анубис на максималке у нас уже. Так, ну что, у нас остался рипер только недокачанный. Что у нас интересное сегодня есть? А вот такой вот коллекционер. Дизангела вы можете получить топовые плюхи. Так, также есть у нас. Так, скин на Миноса. Неплохо. Эмблемка одна. Ну, бег, как обычно, все. За монетки. Такс, на ком мы остановились в прошлый раз? А, я начинал качать медузку. Сейчас мы ее уже докачаем. Вот больше всего, как видите, надо желтых камней. Ни красных, там, ни апекс. Больше всего желтых. Ну, в принципе, и так они уже подешевели в раза два за эту неделю. То есть уже, как видите... За полпака можно получить 2000 камней. Чего на русском где-то будет это через полгода. Ну, скорее всего, ведут что-то новое. Так, что мы сегодня сделаем? 1 360 000. Уже, в принципе, можно было давным-давно 1.4 качнуть. Так... Сразу так на 50 миллионов. А может, сотрю и камней. Может, и особо и не потратим кулаки. Апекс камешков нам не хватит. Сейчас мы это проверим.
Итак, еще одна имбушка у нас сделана, 30-я. Осталось дня героев. Так, кто из таких интересных? Давайте сделаем вот этого товарища. На максималочку. Ну, нам где-то мы до 28-го, думаю, доведем. Дальше нам опять не хватит. Кстати, сегодня неплохой рынок. Очень много всего есть. Надо будет еще на русский забежать, потрешивать. Так, и надо будет определиться сегодня уже с условиями на десяточку, чтобы уже разыграть его. Тык-тык-тык-тык-тык. Так, что у нас там сегодня? С архидемоном. Еще хотелось бы десяточкой на архи сбегать. Так, 1,362 уже. Так, отлично. Поехали делать самые интересные вещи. Вот так вот. 1 000 000 кулаков. Обещали нам, что в итоге у нас вот это вот все станет дешевле. Но, как видите, пока это только обещание. Поэтому мы сливаем так вот кулачки. Ну, по сути, коробок хватает. Дальше что-то качать тоже камешка всего хватает. Поэтому вот так вот приходится. 3 000 000 кулаков слили. В принципе, нам должно этого хватить. Так, поехали дальше. Кстати, книжечек уже тоже не так уж и много осталось. Так, и что у нас получится? 29 уровень. Ну, почти. Так вот, не хватило нам соточки. Ну, можно будет добрать потом, забежать. Так, что интересного есть? Как видите, вот реально лазуля десятку плюс 400 тысяч кгшек запешки дают. За двадцатку вы получаете, по сути, 11к бонусом, 700к кулаков тоже, огник целый, роза. То есть, как видите, все дешевеет. Вот за большой пак вы получаете 5,
и 100 сразу эмблем. То есть для игры, скажем так, с минимальным там донатом, здесь как на десятке, это самый оптимальный вариант, самый оптимальный сервер для игры. Так, что у нас осталось? Это уже пошли повторки. Практически вот эти вот все герои. Пишите в комментах, кого следующего. Ну, я думаю, Рибита надо будет качнуть, потестить, посмотреть, потому что всех остальных мы уже смотрели. Рибит, Десса, с таких интересных, кто остался. Но остальные все вспомогательные. Итого, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14... 43, в общем, движемся к 50 героям. Надо будет еще некоторых подоставать. Посливать ронинов, потому что все равно Apex камня некуда деть. Так, что еще интересного у нас сегодня есть? Ничего с таких интересных акций, ничего нового не добавили. Сюда тоже ничего не дали. Вот так вот. Все, пишите комменты, лайки, репостики, ждите видосика с десяточкой, и думаю, мы его на днях разыграем. Всем удачи, всем пока.